Всем приветик, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня продолжаем ровно на том месте, на котором закончили прошлую серию. Как и обещал, будем взрывать вот эти желтенькие петарды. Кто не видел предыдущую серию, советую посмотреть. Это у нас будет продолжение. Будем взрывать их упаковками, поэтому давайте, ребят, повзрываем какие-то еще петарды упаковками, и будет интересно очень. Так, Double Bang. Вот такой фуроровский Corsair 3 вроде бы на 2 взрыва, или Corsair 2 на 2 взрыва. В общем, давайте его бахнем. Так, ставим. Давайте выберем еще каких-то петард, чтобы повзрывать вместе. Так, хочу вот это. Давайте 3 разных взрывем. Так, берем, выберем каких-то петард супер мощных побомбить. Вот сколько, смотрите. Так, беру их все в карман. Давайте бабочек позапускаем тоже. Вот, в карман. Ну, а дальше еще возьмем. Так, пока взяли, давайте тестить. Один не пожег. Они все. Отличное дело. Так. Теперь бабочки. Что-то не захотела. Давайте ее взорвем. Вот так. К1000. Все разнесло. Так, предлагаю. Так, сейчас еще взять петард классных. Немножко больше. И пойти побомбить. Вот там есть снег. Очень классный на деревьях. Я просто обожаю так взрывать. Вот. Сейчас будем пахать мощные петарды. Смотрите, кстати, здесь мы уже повзрывали в прошлых сериях. Здесь еще остался очень-очень хороший. Правда, не знаю, в эту сторону или в эту. Давайте в эту поснимаем. Классно сносит. Дальше вот такая черненькая петарда. Посмотрим, как она справится с снегом. Маленький мячик. Ну, мячик такой себе. Так, еще канал 5. Обожаю канал 5. Ты шо, канал 5? Это просто дикая мощь. Смотрите. П2000 Макси Агенция Свята. Посмотрим, как она. Есть, все снесло подчистую. Так, К1000. К1000 тоже мощная. Ну-ка, бабочку. О,
Ух, прям сюда. Так, что-то резко вырубилась батарея. Не знаю, что-то очень мороз, короче, жесткий, поэтому вырубилась. Давайте продолжим. Надеюсь, не будет вырубаться. А если будет, придется ждать, пока зарядится. Хотя на морозе это, блин, очень долго. Не знаю, вот это вот большой минус, почему сложно снимать зимой видосы. Так, давайте перелезем на ту сторону. Оп. Чтобы было видно вам. P2000 желтая. Есть P2000. Такс. Следующая кобра. Ничего так. Такс, дальше. P2000 вот такая, черная, очень мощная. Поставим ее подальше, посмотрим, сколько она снесет. Да, просто хорошо. Хорошо пошло, ничего не могу сказать. Так. Супер Бенджер. Мы его поставим вот так вот. И туда снег подальше. Вроде пошло. Или не пошло. Ладно. Выберем какие-то другие петарды. Посмотрим, что такого еще. Интересно, взрыв. Смотрите, как мы тут разбомбили. Пулеметные ленты. Все мы здесь взрывали. Так что смотрите предыдущие серии. Ребят, так как выпуски выходят часто, можете смотреть просто каждый день. Классные взрывы. Так. Давайте. Вот. Еще Бенджер. Что у нас тут есть? Давайте несколько мышек связкой сделаем. Так, и чтобы присыпать это все, возьмем один Корсар 2. Давайте вот здесь вот. О. Ага. Нужно поставить. О, такс. Есть, ну что, погнали, поджигаем. Блин, затуха, ну ё-моё. Опять поджигать, только потом убегать. Поехала. Так, давайте бабахнем здесь Супер Бенджер. Опа, нам еще связочку выставлять. Есть, класс. Так, ну что, давайте будем как-то выставлять связку с этих петард. Так, зажигалку в карман. Так, посмотрим, какими же
нам присыпать. Возьмем 4 Корсара 4 и какую-то петарду, чтобы на порох вытрусить. Так, что у нас тут хорошо с порохом дружит? А ничего, кроме треугольников. Попробуем. Ну что, ребятишки, погнали. Буду выставлять и взрывать связкой. Бабахнем, наверное, здесь где-то. Так. Вот так вот. Сейчас буду выставлять по чуть-чуть. Петарды очень с короткими фитилями, не знаю даже, что делать. Каждую обрывать, это, блин, жесть. Ну, короче, сейчас я их выставлю и продолжим, ребят. Так, ребят, с горем пополам еле выставил их. Пришлось пообрывать почти все бумажки, но смотрите, вот так вот. Вот так выглядит. Я надеюсь, вам понравятся данные взрывы, если они вообще произойдут, потому что такие фитили ужасные я еще нигде не видел. Это, наверное, по моей практике самая худшая петарда, которую я вообще видел. Но она каким-то чудом взрывается, поэтому давайте попробуем ее подорвать. Так. Даже не знаю, каким чудом это все сработает, поскольку фитили просто разные. Сейчас как начнет все взрываться, это будет просто шедевр. Половина не взорвется, будет зря. Но раз я их уже принес, я бы лучше их отдельно позрывал, но раз принес, что поделать, ребят. Придется бомбить. Ну что, ребятишки, будем взрывать. Погнали. Ребят, сейчас будут супер мощные взрывы, так что приготовьтесь. Мы-то идем подальше, чтобы у нас не попало, потому что отлетают они. Отлетает они, будь здоров. Смотрите. Как думаете, все взорвались? Я думаю, все. Одна только упаковка осталась. Вот так вот. Так, еще здесь кусочек. Вот так мы повзрывали. Класс. Надеюсь, вам данный ролик понравился. Обязательно поставьте лайк, потому что в следующей серии мы будем взрывать вот эти чудо-петарды. Смотрите, сколько здесь фитиля. Будут классно взрываться. Я думаю, всем понравится. Поэтому, ребятки, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Напишите, как вам такой видос, понравился или нет. Какие петарды повзрывать в следующий раз. Обязательно напишите предложение по поводу новых петард, какие вы хотите, чтобы я взрывал. Я обязательно принесу что-то новенькое сюда и обязательно повзрываем. Так, все время забываю взрывать вот этот Корсар 16, но давайте уже с этими черными петардами взрываем и Корсар 16.
Вот, напоследок, после них будет очень интересно. Повзрываем еще связками, такие петарды, мышки. Будет очень интересно, поэтому давайте, поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Посмотрите, здесь ссылочка на второй канал, будет также внизу в описании. На втором канале выходят также классные видео с петардами, как и здесь. Очень интересные, поэтому рекомендую подписаться, чтобы не пропускать. Смотрите, здесь 4 видео, они тоже классные, может быть, вы еще не видели. С вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, пока-пока. Жду вас, ребята, в следующих видео. Повзрываем здесь супер классных петард. Вот только посмотрите, бабочку запустим, мощные петарды повзрываем. Будет очень весело, поэтому подписывайтесь.